Значит, 25-го года мы вошли в аварийскую группу и начали чинить аварийскую работу. Да. А затем мы перешли от них к другой. Да? Перешли потом к другой установке. Я лично не перехожу туда. Нет, потом, после поездки за границу. После поездки за границу я убедился в том, что существуют реальные силы, которые действительно хотят и могут осуществить движение советской власти. Потому что те разговоры, которые я слышал своей группе от Лопатина, не есть только такие пустые разговоры, что они начинают осуществлять во что-то действительное. Скажите, после возвращения за границей цель свержения советской власти для вас ставилась ли как цель? Для меня лично? Да. Для меня лично, я понимал, что мы к этому, очевидно, можем прийти, но для меня лично это было, лично мое тяжелое переживание, которое, так сказать, не вязалось к моему приближению. Как, значит, вы, после 22 года работали в целях интервента? В целях помощи интервента? Я был, так сказать, в этой группе. Моя же работа была практически настолько, так сказать, невелика, что, так сказать, работал я и помогал ей, так сказать, лично. Смотрите, вся здесь можно считать уже установкой, да. Согласованные показания всех и ваших в том числе. Да. Последние два года работы Компартии бывшего инженерно-технического центра дали установку на интервенцию и восстановление капитализма путем вооруженного вторжения иностранных армий. Да. Эта установка вам известна была? Была. Была. Для подготовки удобных условий интервенции вы работу осуществляли. Так. Вы работу по текстильной группе для подготовки благоприятных условий интервенции осуществляли. Так? Да, в известной мере я могу сказать, что я помогаю. В известной мере осуществляли. Да. Совершенно ясно, естественно, что одной из основной цель интервенции было свержение советской власти. Так? А? Совершенно верно. Следовательно, для вас то же самое, эта установка, эта цель была как ваша цель, так? Она была, так сказать, вынужденная цель, так, которой я путем, так сказать, вот это время... Что значит вынужденная цель? То есть такая цель, которой я путем вот этой эволюции... Душевный, что ли, согласились на эту цель? Совершенно верно. Я не мог учить... Мы только констатируем факт, что вы говорите, что вы согласились на эту цель скорбью душе, так? После колебаний, можно так сказать. Так или не так? Посадим к ним. Да. Нам ставится вопрос достаточно ясно. Мы приняли установку на интервенцию.